стране продолжается охота на королей дорог, которые считают, что их желания и потребности превыше свода правил дорожного движения. На выезде из Кишинева и на ряде оживленных трасс в столице и вне столицы были выставлены так называемые фильтры. Нарушителей долго ждать не пришлось. Даже те, кто признал, что был неправ, внятного объяснения своей нелюбви к правилам дорожного движения дать не могли. Кто-то скромничал, кто-то спешил, кто-то пребывал в неведении относительно своих предыдущих достижений. Так что я с капец пункта теперь навязали, ты чем калкат? Ну, штемкал. Пати дела автомашина, мас, ну, штемкал. Ну, за привет, кацан калкат. Ну, сказал, да... Нам Некоторые короли дорог пытались убедить полицейских, что имели полное право поступить так, как поступили. Если он стоял, как мне его пропустить? Как он стоял, если он делал уже метр уже на пешеходе? Какой метр? Один прошел, а один стоит тупо там. Че, мне его ждать, что ли? Да, конечно. Если с него, то уберется. И камеру, и проверки приветствуют водители, предпочитающие соблюдать все правила. Говорят, из-за королей дорог ездить стало страшно. Поэтому тот факт, что их остановили для проверки документов, их никоим образом не беспокоил. Дон Александру. Да турецком друм бун. Атенти лакрати генсам навиаца. Питспруген. Дон Александру, сумтез дакур, фильтр лекарств факт примораж. Пинин? Да, сюда. Нормально, шатрепси. Патрульные уверяют, фильтры не для того, чтобы наложить побольше штрафов или выписать побольше протоколов. Операция проводится для того, чтобы водители вспомнили о своей ответственности. S-au întocmit în jur de 7-8 proces verbal în termenul de stabilit. Nu este prioritar amenda sau mai multe amenzi sau mai multe proces verbal, cum se spune. Este profilaxie ca conducătorii auto să nu uite că există regulament și castere și trebuie să conducă după adresă. Спецоперация 10 дней предотвращения аварий на дорогах будет проводиться до конца мая на всей территории страны.